Зима 2020-2021 ничего уникального не принесла. С неба ничто аномальное на нас не сыпалось, не считая обычного снега. Причем в объемах гораздо меньших, чем в прошлую зиму. Вот смотрите, дорога, по которой я иду, территория общего пользования. И сравните с частотой уборки частной территории. Почему так происходит? Почему жители, при том, что снега падает мало, так много жалуются в соцсетях? Мы вышли в город, чтобы сравнить и спросить. Центральная улица чищена, а во дворы туда не заехать, не проехать. Вон взять эту улицу, да вон ниже. Одна колея, машинам не разъехаться, нифига ничего. А по сравнению с предыдущими годами лучше стало? Да, я бы не сказал, что лучше. Мое мнение, я сам водитель много лет. Дороги более-менее по сравнению с прошлым, с прошлым годом. То есть получше? Получше, да, конечно, намного лучше. Скажите, как убирают вот с точки зрения автомобилиста, автолюбителя улицы барнаульские? Ну, сами видите как. А во дворах? Ну, во дворах. Сегодня был во дворе. Ужасно. И еще много жалоб на то, как чистят вот эти так называемые парковочные карманы. Вот посмотрите, когда поднимаешься на такой высоты вал, правда думаешь, внедорожник – городская машина. А еще очень часто жалуются вообще на уборку парковочных мест, и в том числе мест для инвалидов. Ну и, конечно, мы не можем не спросить пешеходов, потому что тротуары убирают не лучше. Вы видите, что во дворах творится? Ну вот, весь сказ. Улицы городские, центральные, чистые, а во дворах... Здесь на тротуарах уберут для видимости, а во дворах тяжело проходить, особенно старым людям. Вот вы во дворе живете, там когда последний раз приблизительно убирали? Ой, очень давно. Я, честно, даже не помню. В основном сами убирают жители. Сами убирают? Ну да, возле своего дома, подъезда и тут прочистят немножко и все. Мы, старики, вообще с трудом ходим, потому что невозможно не чиститься дворы. Кстати, на проблемы с очисткой тротуаров обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта. Они проводят проверки качества работ по очистке улиц. И вот по итогу проверки, проведенной несколько недель назад, они обратились к администрации Барнаула. С их точки зрения, качество уборки уличной дорожной сети неудовлетворительное. Общественники призвали чиновников обеспечить безопасность горожанам на проезжих частях и тротуарах. А мы позвонили и спросили, а что изменилось? Ситуация, конечно, ну, не улучшается, я вам так скажу, в связи с тем, что, возможно, обильные снегопады, да, сейчас еще идут, но тут дается передышка такая, то есть посмотрим. И мы надеемся, что все-таки вот с приобретением техники дополнительной, да, по очистке тротуаров ситуация в кратчайшее время изменится. Как говорят представители фронта, и в других городах ситуация оставляет желать лучшего. В Бийске, говорят, все даже хуже, чем в столице края. Но в подтверждении всему этому есть статистика. Смотрите, известный автомобильный портал провел опрос среди жителей региона, насколько по пятибалльной шкале они оценивают качество уборки улиц в Алтайском крае. Больше трети жителей края поставили неудовлетворительно, двойка. 20% поставили кол, 1 балл из 5. Четверка от 20% жителей края. А высший балл коммунальщикам поставили чуть меньше 7%. Андрей Дриер, Николай Шелко, «День с толком».